есть особо одна, и по жизни она никуда никогда не спешит. В голосе и тонусе всего несколько дней остается до дня X. Выступление в конкурсе «Особенный вокал. Дети». Юная участница, 10-летняя Настя Лемешкина, усердно репетировала 1,5 месяца, чтобы принять участие в слепых прослушиваниях, поразить жюри и обойти 50 вокалистов, своих соперников. Я в себе уверена. И я думаю, что в финал я попаду точно и очень хочу победить в финале. Почему решила заниматься музыкой? Музыку я люблю давно и пела давно. Раньше на семейных праздниках я выучила песни и пела перед гостями. Это со скольки лет? Наверное, лет с 5. Настя Лемешкина – особенный ребенок. У девочки спинальная мышечная атрофия. Но она живет полной жизнью, как и другие участники конкурса «Особенный вокал. Дети». Благодаря волонтерскому проекту «Михутка» удалось объединить 50 талантливых вокалистов с ограниченными возможностями здоровья и показать им, что возможности в мире все-таки безграничны. Победить в вокальном конкурсе может абсолютно любой участник. 11 числа будут проходить слепые прослушивания, из которых профессиональное жюри выберет 10 финалистов. В финал придет только один ребенок. Финал будет 12 числа. На протяжении 2 дней жюри не будут видеть детей, дабы не делать акцент на их особенность. То есть жюри повернется к детям, к ребенку, к победителю только 12 числа. На конкурсе я буду ведущим. Моя задача заключается подбадривать ребят, чтобы они выходили с хорошим настроением, выкладывались как нужно, не переживали ни за что. Поэтому, такая вот скромная немножечко роль, но нацеливающая ребят на успех. Победитель не просто получит признание, диплом и статуэтку, но и отправится в Москву на запись совместного трека со звездой российской эстрады Димой Биланом. Конкурс «Особенный вокал. Дети» на следующей неделе будет освещать и наш телеканал. Следите за новостями. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.